Золотистая смородина богата витамином С, каротином, витамином А, пектиновыми веществами. Ягоды полезны людям с сахарным диабетом. Кусты красивые с весны до осени. Поэтому ее выращивают не только как плодовый кустарник, но и как декоративное растение. Золотистая смородина зимостойкая и неприхотливая. Ягоды имеют способность разжижать кровь. Обладает жиропонижающими свойствами, выводит соли, токсины и шлаки из организма. В ягодах золотой смородины повышенное содержание железа. Она полезна при лечении анемии. Следует обратить внимание на то, если вы не соберете вовремя урожай, то ягоды не опадают и не гниют, а превращаются в изюминки. Как и барбарис, золотистая смородина – кустарник-долгожитель. Сажать лучше по два куста для опыления и хорошего урожая. Урожай появляется на двулетних приростах. Посмотрите, как красиво золотистая смородина цветет весной, ярко-желтыми цветками с приятным ароматом. Смородину можно есть в свежем виде, она имеет приятный вкус. Также можно целые ягодки заморозить на зиму или несколько ягодок размять и залить теплой водой, но только не кипятком. Получается освежающий, ароматный, летний полезный напиток, которым вы не только утолите жажду, но и поправите свое здоровье.